чувства должны как сойти, соединиться, чтоб мы воплотили жизнь грандиозные дух открытия, те, что пока мы еще не открыли. Разум и чувства должны стать красивыми, чтоб мы счастливыми сделать всех нас в духе свободными, непобедимыми, альтруистичными не на показ. Мир преобразим сердце вдохновением, тьму мы отразим силой просвещения, войны прекратим разум освершением, тайны разрешим духа откровением, цели воплотим терпением и талантом, смерть мы победим запутанностью кванта, свет провозгласим. Разум и чувства души составные, что нами развиться предельно должны, чтоб мы сокровенно врагов всех простили и за руки взявшись мир новый вошли. Мы разум и чувства не ценим обычно, поэтому